смена правительства – это есть один из таких шагов по смене, по ротации элит. Значит, но с другой стороны, у Путина нет в колоде никаких сильных козырей, чтобы это правительство менять сейчас. Это с одной стороны. С другой стороны, экономическая обстановка еще не такая плохая для того, чтобы действующее правительство менять. Поэтому я думаю, что та угроза о разгоне правительства, которая прозвучала, она лишь угроза для того, чтобы это правительство отмобилизовать. А реальная смена действующего кабинета министров возможно лишь после того, как в стране будут какие-то действительно серьезные экономические проблемы, серьезные экономические катаклизмы. А сейчас будет, мне представляется, в ближайшее время замена каких-то членов правительства, может быть, не самых значимых.